Умственный спорт. Сегодня в Чебоксарах прошел открытый шахматный турнир «Сбербанк Chess Open». С какого хода началась игра и какая школьная команда выиграла кубок этого года, смотрите далее. Е2, Е4 сделал ход. Классическое начало для традиционного турнира. У школьников впереди 7 туров, а команда «Сбербанка» тем временем пытается обыграть мастера Фиде. У него будет сильный фланг. Давай С3. С3, пешку. С3 я предлагаю. С3. Ну так же, да? Ребенок, давай. Вчетвером против одного. Впрочем, в шахматах чем больше голов думают над решением, тем больше вариантов. Разыгранная защита «Каракан». В общем-то, называется это закрытый вариант. Мы перешли в эндшпиль, то есть в окончание партии, разменяв ферзей. Вот. И сейчас будем, в общем-то, играть в закрытой позиции, в которой, в общем-то, шансы сторон пока что примерно равны. Но я бы сказал, что небольшое преимущество у черных есть, потому что у белых немного проблемный слон. Вот. А так, в целом, позиция белых хорошая. Будем бороться. Бороться за медали и кубки сегодня приехали юные шахматисты со всей республики и соседних регионов Мариэлы и Татарстана. От маленьких первоклашек до высоких 11-классников. Любителей умственного спорта на турнир «Сбербанк» собирает 3-й год подряд. Мы поддерживаем не только активные виды спорта, но и такой спорт, как шахматы. Шахматы прекрасно развивают память, логику, математические способности. Мне кажется, что это все пригодится нашим детям в их дальнейшей жизни, в образовании и так далее. 220 ребят, 55 команд. Играют по швейцарской системе. 7 туров по 11 минут. Первый невозможный ход наказания – 2 минуты. Второй невозможный – поражение. Ну, обычно я начинаю партию с хода d2-d4. Главное не унывать, даже если проиграл. Стараться извлекать из своих поражений какие-то выводы. Поэтому неудивительно, что во время перерывов между турами кто-то тренируется, а кто-то разбирает ошибки с тренером. Есть такой момент, что первоклассник обыгрывает 11-классника. Да, потому что ребятки начинают заниматься шахматами чуть ли не с детского садика. Побеждает умнейший. В этом году первое место завоевала команда 8-й школы Новочебоксарска, второе место у 3-й гимназии Зеленодольска. Замкнула тройку красночитайская СОЖ. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.